Ух-ух-ух! Гуляем, девки, гуляем! Ух, баржи, какие ж вы пузатые! Начала я снимать этот ролик у себя на кухне. Вообще хотела показать, как варить сыр халуми. Но я еще тогда не знала, что меня будет ждать сюрприз. Я не просто так выгнала сейчас коз на улицу. У меня очень многие зрители знают, что я сейчас сокращаю хозяйство. И коз я тоже продаю. Продаю дешево. Дешевле гораздо, чем я сама покупала. Многие из них, точнее почти из них, все беременные. Есть молодняк, а есть только что свежеродившая козочка. Кого она родила, я вам сейчас уже покажу. Вот такая вот тройня у нас. Третья девочка и вторая девочка. А первый козел очень красивый. Это тоже пятнистая, но уже девочка. Пятнистый козел, пятнистая девочка и одна коричневая девочка. Сейчас тоже покажу. Она поменьше своих братика и сестренки, но тоже очень симпатичная девчоночка. Вот. Вот такие вот уродились. Вот такой сюрприз нам сегодня приготовила познавашка. Я хотела сделать объявление для своих зрителей, что с удовольствием подарю и козлика, и козочку своим подписчикам. Да, то есть я готова даже не продавать в этом году козлят, а именно дарить. Козочки будут продаваться дойные, а козлята дариться всем желающим. Конечно, надо быть обязательно подписанным на канал «Деревенский дневник очень многодетной мамы», написать свой комментарий, найти в описании к этому ролику телеграм-канал и там написать: «Оля, мне, пожалуйста, козленка». Тогда я смогу с вами лично связаться и уже там договориться о передаче этого прекрасного маленького животного. В общем, всех жду, и теперь уже с наслаждением, с радостью могу перейти к следующей части ролика, где варю сыр халуми. Приятного просмотра, ставьте лайки, не забывайте комментировать. Вот оно, все семейство в сборе. Мама и ее дети. Да, вот так вот. Да, познавашка, ты молодец. В этом году прямо отличилась. Можешь кормить свое потомство. Всем привет, мои дорогие друзья и подписчики канала «Деревенский дневник очень многодетной мамы». С недавних пор я начала варить новый сыр. И уже многие из моих зрителей, подписчиков его даже попробовали. Сыр называется халуми. Сейчас я приобрела себе новые формы. У меня такие формы были, но не очень много. Сейчас я их взяла прям много, чтобы мне хватало на всю большую сыроварню. Сыроварня у меня Мэджио, Шеф 2. От компании «Мастерская инноваций» Александра Чернядева. Спасибо ему огромное. Вот. И смотрите, какие формы для халуми я приобрела. Они продаются везде, в том числе и на маркетплейсах, как сейчас это модно говорить. Сюда вмещается до 500 грамм халуми, то есть зерна сырного. Но, если честно, у меня вот не получилось 500 грамм сюда упихать, хотя я очень старалась. Вот, и я уже варила в таких формах, до этого были круглые формы, я пыталась что-то там плющить, что-то там делать в классическом варианте, в классическом виде халуми, у меня плохо получалось, сыр растрескивался, становился такой неприглядный, некрасивый, и сейчас я вам даже покажу. Я, конечно же, брала рецепт из интернета и смотрела видеоуроки, как делается сыр халуми. Вот, посмотрите, какой он у меня весь корявенький. Это мой самый-самый первый сыр. Вот, я пыталась его, видите, плющить, складывать пополам, как это, собственно, показывали в видеоролике. В итоге он у меня весь растрескался, весь сломался и стал таким некрасивым. На вкус это никак не влияет, но вид, конечно, неприглядный. Зато посмотрите, какой сыр у меня стал получаться, когда я научилась делать правильно халуми. И вот те самые квадратные формы. Когда нарезаешь, что получается как раз та самая классическая прямоугольная формочка, а посередине разрез, и там насыпана мята. Чтобы в результате у нас получилась вот именно такая классическая форма халуми, когда мы ее уже жарим на сковородке, я поэтому выбрала вот такую форму, прямоугольную, потому что с круглой формой все равно получается немножечко кургуза. Если вы хотите научиться делать вот такой сыр халуми легко, просто,
неважно, есть у вас корова или нет, фермерское молоко можно теперь купить везде, то обязательно посмотрите этот видеоролик, я вам все очень-очень подробно расскажу. Сварите в кастрюле у себя на плите и будете радоваться жизни. Для приготовления сыра халуми нам молоко потребуется свежее. Пастеризовать я его не пастеризую, потому что у меня чистое домашнее молоко от моих коровок. Мы анализы сдаем регулярно, поэтому я знаю, что все в порядке. Итак, смотрим температуру. Температура молока у нас 33 градуса. Но рубашка чуть-чуть побольше, просто поддерживает температуру молока. Можно даже на 35 варить, но я предпочитаю 32-33. При такой температуре нам нужно сюда внести сычужный фермент. А вот сейчас начинается самое интересное. Сычужный фермент. Я выбираю клеричи. Вы можете посмотреть это на сайте, где продаются всякие закваски для сыров. Здоровеево или, может быть, какие-то еще, каким вы доверяете. Нам потребуется обязательно кипяченая, охлажденная водичка. И вот этот фермент рассчитывается строго по инструкции. Сколько молока, столько и фермента. Мне потребуется 1,5 кубика. Я использую вот такой шприц специальный, набираю и разбавляю водой. Что сухой, что жидкий фермент, обязательно надо разбавлять водой. Далее мы подготавливаем формочки, вы можете выбрать любые, но мне кажется, что вот эти формы самые-самые оптимальные для приготовления халуми. Не надо будет его ни складывать, ни ломать, не переживать за то, что он будет крошиться. В общем, все получится 100%. Я наливаю сычужный фермент, отмеряю 1,5 кубика, просто у меня не ровно 80 литров, у меня литров 60, да, вот, и, соответственно, остальное выливаем. Полтора кубика фермента разбавляю водичкой, и сейчас будем вливать в молоко, интенсивно размешивая в течение минуты. Как только вы влили сычужный фермент, его нужно очень интенсивно размешать. Как видите, я остановила мешалку и размешиваю шумовкой. Такой большой у меня. Но если вы варите в кастрюле, то, соответственно, маленькой шумовочкой надо будет размешать. Тут очень все просто. Почему? Потому что здесь нет заквасок. Здесь не надо переживать за то, что закваска сработала, не сработала, сколько надо выдержать. Вам главное просто дождаться, когда сформируется сгусток. А сгусток обязательно сформируется, ведь свежее молоко коровье, чистенькое, да, то есть без каких-то патогенных там микрофлор. Кстати, если вы сомневаетесь, то лучше пастеризовать. Я не сомневаюсь, поэтому совершенно спокойно добавляю в сырое, можно сказать, молоко фермент. Фермент сейчас сделает так, что это молоко превратится в сгусток. Далее я все расскажу и покажу еще более подробно, чтобы вы не пугались, не переживали, что у вас что-то может не получиться. Получится обязательно у всех. За это время можно спокойно сбить масло из сливок. Оно у меня уже почти сбилось. Сейчас буду промывать и формовать. Вот эта стадия масла мне очень нравится. Такие воздушные зернышки. Но надо дождаться, когда они сформуются в более крупные. Тогда пахта точно вся отойдет. И масло наше будет чистым жиром. Взбиваем дальше. Час прошел, а у меня 3 килограмма масла. Наше вкусное, красивое, натуральное сливочное масло. Видите, какое оно светленькое, потому что зимнее. Сейчас коровки едят только сено, комбикорм. Вот, летом оно будет желтым-желтым. Оно не содержит ни красителей, ни консервантов. Делается из чистых сливок. Промывается ледяной водой. Вот, его можно намазать просто на хлебушек и покушать. На нем можно жарить. Его можно добавлять в картошку пюре. О, это такой будет сливочный аромат вообще. Сейчас зима, и маслица совершенно спокойно доходит почтой. У меня есть телеграм-канал Олюшка, и там я опубликовываю отзывы уже
с получившимися, получающимися. В общем, все, кто получил уже посылки, отписываются, присылают свои фотографии. Я очень довольна, очень рада. Поэтому у вас сейчас есть уникальная возможность, все, кто проживает на территории России, получить наше сливочное масло, свежее, вкусное. В общем, заказывайте, пробуйте. Ссылка, как всегда, в описании. А я пошла халуми готовить. Так, я сейчас нарезала такими полосками наше колье. Вот видите, чистое отделение, да, когда вот чистая сыворотка. И еще надо минут 10, чтобы оно вот в таком виде постояло. Потом нарежем уже вот так кубиками и будем вымешивать в течение 20 минут. У меня мешалка, у кого будет кастрюля для приготовления, придется делать вручную. Это называется сушка зерна. Ее необходимо сделать, чтобы сыворотка хорошо отделилась, и мы ее потом сольем и не будем сразу отдавать поросятам, мы ее вольем обратно в сыроварню и будем варить в ней сыр халуми. То есть сыр халуми варится в собственной сыворотке. Измельчать зерно удобно вот таким венчиком, если нет специального приспособления. У меня большой, но я знаю, что у многих хозяек на кухне есть маленькие венчики, и если вы варите в небольшой кастрюльке, то это тоже будет мега удобно. Как же это красиво варить сыр, и как же это увлекательно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, семнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь кусочков халуми у меня получилось. Ну, прошло вот уже 2.5 часа. Сейчас очень важный момент. Послушайте меня внимательно, да, потому что именно за счет вот последней стадии мы и получим тот самый халуми, который все так любим. Поэтому даже если вы их пробовали, не пробовали, в общем, он вам обязательно понравится. Значит, стадия называется «Сварить сыр в собственной сыворотке». У меня уже выставлено 98 градусов вода и молоко. Работает тритена. Молоко у меня 38, вода уже 79. Всю сыворотку, которую я смогла собрать, которая оттекла даже во время самопрессования сыра, я влила сюда. Очень горячая сыроварня, не дай бог докоснуться, сразу ожог. Но это не страшно, я уже все это знаю, изучила, поэтому действую аккуратно. Пока мой сыр самопрессуется, естественно, я его переворачиваю почаще, друг на друга ставлю формочки, опять же, чтобы он подпрессовался, отдал всю лишнюю сыворотку, стал таким вот красивым, квадратненьким. Сыворотка нагревается до 85 градусов, и я туда вот эти кусочки, брусочки опускаю. Варить буду час. От этого сыра, конечно, не уйти. Им приходится все 2.5 часа активно заниматься, но оно того стоит. И вы понимаете, да, что у меня просто объем больше, поэтому чем больше объем, тем больше времени уходит на приготовление. Вот такая у меня пизанская башня получилась. Конечно, неустойчива. Поэтому я сейчас ее расформирую, но я это делаю немножко специально, чтобы они друг друга подпрессовали получше. То есть такой нарочито сделаю большой пресс, вот, но потом все равно поставлю на сеточки и буду вот так менять местами, чтобы, видите, какие у нас сразу головки становятся гладенькими и хорошо подпрессованными. Гремит, шумит сыроварка, температура воды 92, молоко, сыворотка 86, и пора отправлять халуми вариться. Мой сырочек очень хорошо проварился. И сейчас я его выкладываю в холодную воду, чтобы можно было с ним дальше работать. Чтобы завершить наше приготовление сыра халуми, потребуется мята сухая и соль. Соль будем сыпать сверху и внутри, а мята только внутри.
Берем наш сырок, делаем надрез аккуратненько. Почти до конца. Раскрываем. Если горячо, то можно еще немножко охладить. И начинаем сначала солить. Не бойтесь пересолить. Сыр хорошо впитывает соль, но при этом пересолить его очень сложно. И посыпаем мяткой. Дальше опять солим. И в завершении нам надо положить опять его в форму. В таком виде он будет остывать, и еще пару раз я его переверну. Мой халуми уже остыл, и я его даже смогла пожарить. Конечно, лучше бы ему еще сутки полежать в холодильничке, но для того, чтобы вам показать, насколько красивый, аппетитный этот сыр, я его пожарила и сейчас даже буду кушать. Видите, форма получилась классическая. В серединке у нас мята, он подсолен. Да, и чтобы просолиться, тоже ему нужно больше времени, да, не сразу его готовим. Вот в этих формочках он у меня остыл. И можно его переложить в холодильник. В холодильнике он хранится 3-4 дня, в морозилке дольше. Кушать его можно с чем угодно, добавлять в салаты. Ну, а мне нравится кушать с медом. Поверьте, если вы научитесь готовить халуми, а как вы поняли, это сделать совсем легко, то уже в магазине сыр вам не захочется покупать. Ну, а еще вы можете заказать его у меня почтой или заказать в Москву. Я сама лично вам его привезу в самом лучшем виде, вакуумированном, приготовленном, просоленном, очень вкусном, готовым к употреблению. Не забудьте его пожарить либо на гриле, либо на сковородке и насладиться вкусом. До новых встреч! Рот занят, очень вкусно. Всем пока!